Всем привет! Сегодня две небольших посылочки. Давайте распакуем их, посмотрим. Это с GearBest. Фонарь Xiaomi. Все оригинально, уже был у нас, поэтому мы его отложим. А вот, вот это вот у нас еще не было. Это ручка для iPad, да? Вот так. Заказывалась на AliExpress. Макс Айдия. Сам выглядит. Так, аккуратненько распакуем. Вот в такой вот упаковке. Это инструкция, я так понимаю, с этой стороны. А с этой стороны вот такой вот красивой упаковочке, пленочке, ручечка. Вот так это выглядит. В таком красивом чехольчике. Тут какой-то дырочкой тут. Для чего непонятно. Ага. Здесь USB с магнитным. И для зарядки получается. И сама ручка. В комплекте идет два запасных жала для него. Вот, разобрали, зачем эта дырка. Сюда вставляем этот жало для того, чтобы вытянуть. Оно магнитное здесь получается. И об него мы его снимаем. Как ощущение? Это отличное ощущение. Он чувствует нажатие. Мне это нравится, легко водишь, он так градиентом вот, сильнее придавливаешь. Вот функции еще настраиваются. Здесь функции для кнопок. И, допустим, можно их настроить вот как сейчас настроено. То есть назад-вперед. То есть нажимая на клавиши, мы убираем или добавляем свои последние движения. То есть Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z. Это если на виндовом компьютере. То есть вот эти функции выполняют данные клавиши. Но я думаю, они настраиваются здесь. В общем, ручка огонь. Все-таки запустили, все работает, проверили, без света работает на движение, и можно включить авторежим. Все работает, все отлично. Это заказывалось с GearBest, ручка заказывалась с AliExpress. Все ссылки будут в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!